Друзья, приветствуем всех на канале Monkey Happy Life. Сегодня праздник 23 февраля, День защитника Отечества. И сегодня мы хотим поздравить всех защитников и защитниц с этим праздником. Желаем вам быть сильными, смелыми, отважными. Желаем быть здоровыми, счастливыми и любимыми, чтобы ваши близкие поддерживали вас всегда в любом вашем решении. А в нашей семье я хочу поздравить нашего папу Лёву с этим праздником и, конечно же, Нафаню. Друзья, вы не представляете, какой Нафаня у нас защитник. Мы как-нибудь найдем общего врага и покажем вам, как он умеет у нас защищать. И поскольку в нашей семье аж два защитника, мы отмечаем этот праздник. Друзья, а как отмечаете этот праздник вы? Напишите нам в комментариях. Друзья, мы обычно привыкли в этот день днем ездить гулять в парке, вот, но зима в этом году очень снежная. У нас на Кубани соседи уже отмечают, начали отмечать. У нас в последний раз где-то лет 20 назад вот так вот такая же была снежная зима, чтобы завалило прям. У нас сугробы были аж по пояс даже, а в пригорных районах даже по первый этаж насыпало. Вот. А вечером мы обычно жарили шашлык, но у нас засыпало все, что только можно. Поэтому мы решили сейчас поехать за вкусняшками. Папа, а папа, ты решил, какие вкусняшки будем покупать? В магазине решил. В магазине? Что, понравится? Фань, да. А ты? А ты? А Фаня вот все соседи все числит. Кто-то там ходит, да? Кто-то там ходит. Ходит, охраняет нас на Фане. Вот, поэтому мы сейчас поедем за вкусняшками и будем смотреть какие-нибудь фильмы. Что, папа, будешь смотреть? Боевики или ужастики? Боевики. Боевики. Друзья, кстати, может быть, вы нам тоже посоветуете какие-нибудь интересные фильмы? Пишите в комментариях, какие фильмы будете смотреть. Что, Фанька, ты здоровайся, да? Ты здоровайся, ух, говорит. Ух, соседи ходят, да? Соседи ходят. Вот, так что напишите нам в комментариях, какие фильмы нравятся вам, чтобы вы посоветовали нам посмотреть сегодня. Да, Нафанька? Вот. Сейчас вернемся домой с девчонками. Сделаем вкусную мясную нарезочку. Мы сами вялили мяско. Да, Фанька, будем? Будем, будем. О, будем, да, будем кушать. Вот. Ну что, ты там скоро? Да, папа у нас уже дочищает машину. Мы поедем в магазин. А вам, друзья, мы желаем хорошо отметить этот праздник. Всех наших защитников мы поздравляем с Днем Защитника Отечества. До скорых встреч. Всем пока-пока.